Всем здорово, народ, на канале Бублик Channel, и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте РМРП Криминальная Москва. Ссылка на проект в описании под роликом, переходите, регистрируйтесь, скачивайте, начинайте развиваться вместе со мной. Также не забывайте вводить мой промокод большими английскими буквами, чтобы получать топовые бонусы. Вводится он очень просто, заходите в кейсы и вот во вкладочке написано ввести промокод, его, собственно говоря, и вводите. Значит, у нас сегодня по плану угнать какую-нибудь тачку. Полицейскую, неважно какую, которая будет связана со спецслужбами, и попробовать на ней уйти от полиции, потому что явно не за нами погонятся, когда это увидят. Но все по порядку. Для начала давайте мы с вами откроем несколько кейсов. Значит, я сегодня уже, чтобы вы понимали, у меня было там остаток. Я решил, такой, думаю, ладно, потрачу, и мне выпал, блядь, гелик-вездеход. Я это не снимал. Ну, гений, правильно, гений. Вот, поэтому сейчас давайте, я уже не верю, что мне что-то хорошее выпадет, но я куплю два премиум-кейса и два суперкара. Кстати, вышел новый батл пасс. У нас на РМРП я тут уже прокачался немного. Заберем, кстати, 12 уровень. Вот, тут тоже тачки всякие, так что все это проходите. Обновили у нас Москву-Сити. Она теперь больше стала на реальную похожа, особенно когда я уже был в Москва-Сити. Я меня типа вижу и такой, блин, так прикольно. Типа вот это все обновилось. И уже скоро добавят зиму на РМРП. Это будет просто разъеб, потому что, ну вы представляете, зима на этой карте, как она будет атмосферно смотреться. Я в шоке буду просто. Ладно, значит, видите, в суперкарах, честно говоря, мне вот из этого ничего, ну, корвет мне только прикалывает. Вот Мак у меня уже есть. Поэтому я даже не знаю, есть ли смысл мне его как-то за него болеть. Мне кажется, я больше буду болеть за премиум кейс, потому что в премиум кейсе есть тачка, которая называется Hammer H1. Это единственное, что мне еще отсюда не выпадало. Поэтому я сделаю наоборот, к чему это все говорил, к тому, что я буду открывать сначала дорогие, а значит, сначала кейс суперкар. Но опять же повторюсь, мне вот сегодня уже выпал этот вездеход. Вот он, гелик-вездеход. И я уже, честно говоря, не особо верю в что-то хорошее. Вот, но как бы надежда умирает последней, как говорит, кто-то катается. Поэтому, ну, если будет хорошо, прям будет прям хорошо. Вы что, гоните? Реально корвет выпал? Лол! Вы что, реально подряд две тачки выпало? Охренеть! Блин, я причем вездеход не снимал. И просто следом корвет выпадает. Охренеть. Так, ладно, ну корвет это неплохо. Корвет это хорошо, прям мне нравится корвет. Я хочу на нем покататься. Ладно, окей, ну все, теперь уже точно, я думаю, все. Так, выпадает нам деньга какая-то. Ну, сколько там, 1300, наверное, 90, ага, 300. Ладно, открываем еще один кейс, кейс премиум. Теперь пошел, в котором я бы хотел выбить Hammer H1. Но теперь я уже 100% уверен, что там ничего не выпадет. Я вот даже, давайте мы не будем на него смотреть. Вот мы вот куда-то туда вдаль будем смотреть. Вот, кстати, Эдик сидит на моей машине, с ним мы сегодня будем... ой, мне же нельзя смотреть. С ним мы сегодня будем искать тачку и красть ее. Так, а ну-ка, я не смотрю. Смотрю! 150 тысяч рублей. H1. Вот H1. Да, я понимаю, я уже немного обнаглел, как бы и так две тачки в один день выпало. Но H1, это будет прям топ. Это прям хорошо, это прям вкусно будет. Я прям хочу H1 увидеть. Ладно, пошли, даже смотреть не хочу, что там оно будет докручиваться, поэтому пофиг. Я сейчас расскажу Эдику, чтобы он охренел. Эдик, ты прикинь? Ты тут? Что там? Мне корвет выпал еще. Он дорогой? Я обнаглел. А он дорогой? Ну, не сказать, что он и дешевый, он такой средненький. Короче, поехали. Можем начинать, так что ищем тачку, крадем и начинаем всю суету. Давай. Ну, что ж, ребята, мы пока начинаем, а вы усаживайтесь поудобнее. Всем приятного аппетита, кто кушает, приятного просмотра, ну а мы начинаем. Погнали. О. Давай буханку гоним. Давай. Короче, буханка стоит. Ну, блять. По-моему, это плохая идея, потому что, скорее всего, она нихера не едет. Но, собственно говоря, чем черт не шутит? Я бы попробовал, реально. Так, давайте садиться. Я обожаю систему угона. Просто нажимаешь «да» и ждешь. Вы взламываете авто. Хотя буханка, по-моему, там даже особых навыков не надо, чтобы взломать. О, она взломалась. Так, мигалочки работают. Поехали. Все четенько. О, ребята куда-то едут. Это, кстати, росгвардейцы. Они, наверное, спалили. Да, сидели за углом. Да, это за нами развернулись. Это типа как ловушка была эта буха... А, или это не за нами. Я думал уже типа как ловушка, может, буханка была, типа стояла, кто ее укроет. Она еще в таком месте стояла укромненьком. Ну, тут, в принципе, так понятно, что мы ее угнали. Как бы два типа, один синий, другой красный, сидят
Ну, типа, мы как две мигалки сидим в этой машине. Слушайте, и хорошо, что светает. Я переживал, что ночь будет, и все будет не очень красиво смотреться, но светает, поэтому будет все четко, я думаю. Сзади, сзади, сзади. Едут? Буханка, кстати, слушайте, а... Она как-то хорошо рулится. Она как-то едет неплохо, она быстрая. Я просто катался на эксплойере, на котором они ее сейчас догоняют, и он явно был хуже. Спасибо. Близко, буханка, прижимаем скобочек. Не хочу. Не хочу! Никаких открытых огней сегодня не будет. Так, блин, реально светает, какой кайф. Не люблю я ночь на проектах вообще, ну не конкретно про РМБГ, а в целом, я не знаю, мне как-то ночью некомфортно играть, когда все такое темное. Я люблю, когда все светло, когда все видно, когда ты можешь наслаждаться красивой картой. Пацаны, вы же не будете стрелять по своей же буханке, это же неправильно. У меня, кстати, тоже мигалка включена. Ой. Размотались. Давайте, давайте. А ну-ка, выключаем мигалки. Давайте попробуем сейчас от них сныкаться. Ну-ка, секундочку. Здесь налево. Ой-ой-ой, как же она боком заходит. Блин, я не успел. Мне нужно, короче, успеть от них оторваться так, чтобы я смог заныкаться в кустах. Потому что по карте они меня никак не видят. И заныкаться в кустах это будет самое такое прикольное решение. Они стреляют. Не будут они по нам стрелять, отстань. А, нет, будут. Бля. Ага, я понял. Такая себе бибизика, честно говоря. К обочине прижимаемся. Я не хочу. Сами прижимаемся к обочине. Как им крикнуть? Подожди, шепот крик. Прижимаемся к обочине. Росгвардейская. Прижимаемся к обочине. Тормози! Даю предупредительный выстрел. Не надо. Налево, налево ломай. Блять, все столбы собрал, которые только можно. Тут столбов, конечно, на МРП не пожалели. Да не, пока еще хочу погонять. Пока держимся, будем ехать. Бля. Ну, они прям на хвосте, я не знаю даже как. Я хочу спрятаться. Я хочу именно спрятаться. Вот спрятаться было бы хорошо. Столб. Бля, она, знаете, что я хочу сказать? Она управляется, конечно, лучше, чем, на удивление, чем Explorer. У меня уже она вся в дырках, правда, но она очень легко переворачивается. Это ее, конечно, такой большой минус. Блин, я сначала, когда ее брал, я даже не представлял, что она настолько хорошо. Сколько она разгоняется? 210, 212, 213. На кочках она еще быстрее поедет. Мы оторвались? Чего? Что? Конспирация. Не сработало. Они меня увидели. Я думал, получится спрятаться. Ну ладно, поехали. Я думал, они дальше просто. А я когда уже заехал в кусты, они уже прям на хвосте оказались. Но они могут сколько угодно стрелять. Мне-то что? Не моя машина, мне пофиг вообще. Хоть полностью ее расперестреляйте, хоть в решето ее превратите. Главное, чтобы они по мне не попали. А у меня броник в ноль слетел. Я в бронике был. Это, наверное, из-за того, что я врезаюсь, я не пристегнутый. Гений на Артеме просто. Гений на Артеме. Ладно, хп немного. Блять, это что за пункт назначения? Бля, это что за взорванная буханка сейчас была? Нас просто тип-то буканки уничтожил только что. Стоп, мы где-то здесь гоняли недавно, и тут есть одни прикольные ворота. Погоди, включи где-то... Включи мигалку, чтобы нам тоже уступали. А нам будут? А что, будут уступать? Ну, вдруг подумают, что мы там гонимся за кем-нибудь. Справедливо. А ну-ка. Во-во-во, вот эти ворота. Тарань. Обманули дурака. На 4 кулака. Стоять. Блин, я хочу... Да блин, у меня не получается. Выезжайте. Вот так. Все. И что сделаете, либо пацаны? Либо вы выходите из машины, либо будете посмотреть огонь. Ну ладно. Уезжай. Блять, неповоротливый кусок говна. Она не поворачивает иногда вообще. Ну, у меня получилось сделать то, что я хотел. Это, правда, особо ни на что не повлияло, но выглядело прикольно. Слушайте, а может у меня броня пропала, потому что они по мне попадали, как пока стреляли, не потому что я врезался? Кстати, такой вариант тоже не надо исключать. Так, меня мигалки замучили уже, честно говоря. Я свою буду отключать хотя бы, потому что и так... Я их и так слышу, когда еще моя, и все так перемешивается. Надо попробовать от них где-то скрыться. Вот там, кстати, по-моему, узко.
но узко настолько, что я бы там проехал. Ты, а, конечно, нет. Гений. Блять. Блять. Я проехал! Они? Он вышел из машины! Как же я вовремя проехал! Он стреляет! Короче, пока он его подберет, надо сныкаться где-то. Че-че еще? Блять, говорю, пока он подберет, надо сныкаться где-то. Ой. Мы с ними разминулись. Они куда-то в ту сторону поехали. Гениально развел. Сука, подожди. Я их реально развел. Блять, увидели. Просто гений. Они увидели все равно. Черт, ну это было хорошее. Вот сейчас, когда он мимо проехал, я просто полностью туда не поместился. Если бы я полностью поместился, было бы лучше. Но я не поместился, и поэтому мне приходится сейчас снова от них удирать. Надо их как-то опять в той же штуке размотать. Мне понравилось это узенькое пространство. Я хочу в него еще раз поехать. Ай. К обочине. Не хочу. Бля, и банок, оно, кстати, очень круто разворачивается на месте, эта буханка. У нее база маленькая, она просто и повернула сразу. Так, пацаны, где этот, только что эти гаражи, да блядь. Вот это было прекрасно просто. Это просто восхитительно было. Кабан едет, да все. Мне направо. Ага. Они поместились. Я куда-то выехал. Сзади едут. Блять, я туда не заеду. В обратную сторону. Я мигалки перестал слышать. Я перестал слышать мигалки. Раз. Два. Выходим. Что, поднимать будем? Да-да-да, сейчас я броник надену. Так, броник надел. Сайгу надеть. Сайга. Ой-ой-ой. А ну-ка. Я готов. Все, я хоть раз. Минус один. Руки поднимаю. Минус второй. Еще есть? Опа. Да ладно! Я впервые их перестрелял! Да ладно! Вацок? Что? Еще один был, их четверо, оказывается, было, да ладно! Я думал, их трое, да ну нет, ну опять! Я хотел типа нашего поднять, я троих убил! Бля, вот какой пиздец, пацаны! Какая жесть, я реально думал, что я их выиграл, я уже хотел типа нашего поднять! И поднять я бы его не смог, у меня нет этого дисплея, я бы его загрузил в тачку и увез бы куда-нибудь. Ну что я могу сказать? В очередной раз у меня, блядь, я в этот раз... И вы уже видели, насколько я был близок? Я уже был прям очень близко, ребят, не знаю. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Прошу вас просто подписаться на канал, поставить лайк. Переходите по ссылке в описании. РМРП, начинайте развиваться вместе со мной. Всем до встречи, всем удачи, всем пока-пока. В этот раз меня снова поймали.